Что, моя хорошая? Холодно. Не, наверное, холодно, скорее всего. Все-таки медведь американский, хоть всю жизнь живет. Потому что я разговаривал с бывшим хозяином. Он говорит, всегда так. Зимой, говорит, вес не набирает. Ну, у него просто много энергии уходит на обогрев. Ну, уже весна, а так будем тебе дом теплый делать. Будешь у нас... Птичка перелетная. Да. Скажи, так сидишь, скажи, да? В холоде. Всю жизнь скажи, да? Да. Она приехала, у нее сопли до пола были, аж зеленые. Что, моя хорошая? Юточка. Даже до меда не дошла. Там, что было рядом, съел. Вот она, девочка. Ладно.